Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ставку в 2% для молодых семей, приобретающих жилье в арктической зоне, тем самым распространив для этих территорий условия программы «Дальневосточная ипотека», сообщает «Известия». Распоряжение должно быть приведено в исполнение до 1 ноября 2023 года. Распространение условий льготной ипотеки на арктическую зону Путин анонсировал еще в июле в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Тогда же президент указал на то, что арктическая зона стратегически важна для России с точки зрения обороны и безопасности. По прогнозу генерального директора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко, новые меры поддержки будут ежегодно пользоваться от 5 до 10 тысяч семей. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года. Отметим, что среди условий кредитования покупка жилья на первичном рынке, что делает ее для Мурманской области менее актуальной.